Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 63, упражнение номер 9. Состав задачи по каждому решению. Первое решение 10 умножили на 3, получили 30 литров. Ответ 30 литров. Три 10-литровых ведра наполнили водой доверху. Сколько воды во всех ведрах? Вторая задача. 2 умножить на 6 равно 12 килограммов. Ответ 12 килограммов. В 6 пакетах разложили виноград по 2 килограмма в каждый. Сколько винограда в этих пакетах? Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.